это кислород. Мы чем здесь будем дышать? Гольным асфальтом? Борьба за деревья в Уфе продолжается. На этот раз тревогу бьют жители дома номер 38 на улице Вологодской в Черниковке. В их доме идет бурное обсуждение программы «Башкирские дворики». Часть людей против благоустройства. Ведь, по их словам, пострадают зеленые насаждения. Нам никто план не предоставлял, какой они чертили, но, соответственно, словам, вот они хотят, вот здесь, вот на этой, сделать как бы двух, как бы этапную с разъездами, стоянку для машин и пешеходные дорожки. Ну, так а здесь у нас где? У нас некуда, значит, это заденет деревья. Многие деревья жители сажали сами, и поэтому дорожат ими, как собственными детьми. А по программе, по их словам, предусмотрена лишь посадка небольших кустиков. Сейчас в наше время вообще толком ничего не садят зелень. И зелень не кустики какие-то, а именно для легких кислород. Деревьев никто же, вот за столько лет... С 88 года я живу, да? Ни одно дерево не посажено. У нас благородные деревья, благородные, не тополя, которые пушатся. Нам не нужен башкирский дворик. Правда, зеленых активистов не так много. На встречу с нами вышло 4 человека. 14 обращалось в администрацию района, выступая против строительства парковки и тротуаров. При этом есть и другая группа жильцов с противоположным мнением. И, соответственно, удобство. Да, парковка, ну что, как-то должен где-то же машину мы должны парковать. День. Это еще не все приехали с работы. А сейчас еще с работы сколько народу приедет. Машины вообще ставить некуда. Дома все строились когда еще? В советское время, когда одна-две машины во всем дворе было? И дети выросли. У них уже машины есть. Так что, знаете, это мы все за. Две по три машины имеют в каждой квартире. И у нас места нету ставить. Совершенно некуда ставить. Правда, как выяснилось, еще ничего не решено. Пока идет сбор подписей за обновление двора. Проекта еще нет. Но, по словам старшего по дому, по предварительным данным, под сруб может попасть только одно дерево. Замена асфальтного покрытия, бордюр, освещение, видеонаблюдение, детская площадка, спортплощадка и место для отдыха. Вот эти деревья спиливать вообще разговора не шло. Сейчас за включение в программу «Башкирские дворики» проголосовало 65% жителей. Чтобы ее реализовать, дому нужно собрать еще 2%. Но пока одни мечтают о благоустройстве, другие заваливают жалобами администрацию. Согласие во дворе появится тогда, когда люди найдут компромисс. Екатерина Дейнека, Александр Кузнецов, телеканал ЮТВ.